Не надрали задницу. Всем хай! С вами Йоджин, и сегодня мы продолжаем с вами играть в Рафт. Приключения в открытом океане. Но не совсем, потому что сейчас мы с вами находимся в огромном городе. Очень технологичном, ультрасовременном мегаполисе на воде. Не верите мне? А сейчас, посмотрите, идите сюда, посмотрите, вот сейчас. Посмотрите. А? Ой, оно снова разложилось, снова открылось. О, я снова упал. О, снова акула плывет на меня. Все по старинке. Давай ты здесь выплывешь? Нет, на другую сторону. Прежде чем мы начнем играть, я должен ударить ее разок. Плыви сюда, бэч. Раз, два, три. А, промахнулся. Снизу прям, смотрите, какая тварина. А, уснула меня. Ну-ка, на разворот пошла. Эй, акула, иди сюда, тварь. Да сколько можно? Я проигрываю эту битву. Да! Да чтоб тебя! Тварь, а все равно куснула меня! Не надрали задницу. Это, кстати, хороший повод проверить целебную мазь. Вот так она выглядит. Просто что это такое? Ад! Как будто крем от загара применил. Слушайте, оно работает. Это самое главное. В общем, наша с вами задача — это разобраться, что делать с этим городом дальше. Мы открыли проход в башню. Тут что-то я не очень удачно прыгнул. Прямо акуле, блин. Просто идем. Просто идем в эту башню. Вы, кстати, написали в комментариях, что есть некий секретный этаж у этого лифта. Давайте посмотрим. Лифт приехал. Вот, вы написали, в лифте, который я открыл в подвале, есть секретная кнопка. Я ее не вижу. Погодите, а мы были на втором этаже? И на втором этаже мы были тоже. Здесь нет секретных кнопок. Вот что я вижу. Этого я не заметил в прошлый раз. Emergency Bridge Launch. Запуск какого-то моста на экстренный случай. Это нам нужно, получается, 4 цифры какие-то подобрать. Очень может быть, что вот это каким-то образом связано с цифрами. Водолазная маска, бургер, ножницы и спасательный круг. Транквитст, Экстерио Лейн, Базарст, Партизан Роуд. Это улицы. Так называются улицы. То есть я правильно понимаю, что бургерная на Экстерио Лейн, Базарт Стрит, это парикмахерская, все, ясно, там будут цифры. О, этот чувак всегда был в плаще? Когда успел плащ одеть? Не было у тебя плаща. Ладно, давайте найдем какую-нибудь из улиц. Бургерная. Вот так мы с вами обнаружили все, что нам нужно. Внутри нельзя. И если обойти со всех сторон, то тоже ничего не получится. Нету входа. Погодите, и вот еще Exterior Lane. Может быть, нам нужно вот сюда? Давайте попробуем. Здрасте. У нас здесь, значит, есть нулевой, шестой и восьмой. О, блин, чертова крыса! А, жрет! На. Внезапно напал, я не увидел ее и забыл про них вообще. Стой, тварь, а? Ну стой! Куда побежала? По роже попал. Есть. К сожалению, этот дом оказался вообще бесполезным. Ну, я нашел пару предметов, но ничего, что продвинуло бы меня по сюжету. Погодите, а может быть вот это означает цифра 8? Сам номер здания. 100 пудов, вторая цифра 8. Запомним. Запомнил. Я запомнил только звук. Тогда теперь идем искать Tranquil Street. Ну вот, Tranquil Street. А, мама, не трогай меня. Отвали. Есть. Эти очки, оказывается, означают VR. 4. 4-8. Первые две цифры. Теперь же нам нужно найти Базар Стрит и Партизан Роуд. Партизан Роуд. Тут у нас спасательный круг.
А, здравствуй. Floating Fashion. 3, 4, 8, 3. А, нет, точнее, 4, 8 и неизвестная цифра, и потом уже 3. А осталось только Базар Стрит найти. Базар Стрит. Здравствуй, Базар Стрит. Ага. Вот и ты, Seaside Barber. 1. 4, 8, 1, 3. Мы это сделали? Давайте вернемся на плот, запасемся припасами. Ой, акула, все, я боюсь тебя, я зауважал тебя. В моем отеле никто не поселился. Давайте сделаем больше птичьих гнезд. Еще 3 штуки. Расширим наш отель. А, мы можем даже на столбах располагать. Вот так, как в плацкарте прям будет. Вот так, в тенечке зато, очень удобно. Ну, наконец-то, мой шанс. На, ой, на, есть. Ну, каждый из нас получил, что хотел. Ну что ж, я готов. Давайте сыграем вдохновляющую мелодию какую-нибудь. Вот вся моя жизнь — это красивая мелодия, в которой периодически фальшивят. А, нет, нет, в задницу прямо мне. Ай, да какого хрена? Я что подумал? Я остановился, потому что решил подумать сначала. Может быть, зайти посмотреть туда, на тот самый лифт, о котором вы говорили. Именно в подвале. Вот сюда. Лифт, лифт, лифт. Вот здесь должна быть секретная кнопка. Ну, вы так сказали. Минус 4. Я жму. Мы и так на минус 4-м. Может быть, тогда 8-й этаж? А я такой нажимал в прошлый раз на 0-й. Куда я еду? Смотрите. Да! О! Там очень большая крыса! И сюрприз! С днем рождения! Меня поздравят с днем рождения? Какой классный сюрприз! И закат такой красивый! Стоп, а я был уже здесь? Нет, я точно здесь не был. Я бы запомнил вот эти шарики. Ладно, надо убить эту крысу. Подохни. Подохни. Она подохла. С днем рождения! У меня день рождения, я не понимаю. Пусть будет так. Это мой день рождения. И тут целая куча жетонов. Это самые ценные подарки. Так приятно, что игра решила поздравить меня с днем рождения. Да давайте пойдем дальше, посмотрим, куда нас приведет. Куда-то нас, блин, ведет. Все дальше и дальше, выше и выше. Оу. Вот в этот дом. Это какой-то, видимо, недосягаемый дом. Давайте попробуем туда слетать. А вот здесь как раз-таки мы уже с вами были. Ну, вроде бы мы все посмотрели. Я не хочу залазить в другие дома, в которых я не был. Там, скорее всего, ничего интересного. Давайте запустим вот эту штуку. 4, 8, 1, 3. 4, 8, 1, 3. Успех! Вау, что это? Что? О, блин! Что упало? Что упало? Что-то в воду упало. Только посмотрите. Что-то приземлилось очень большое. Это крыша целая приземлилась. Плот, ты где? Я не поплыву без своего плота. Тем более, что я очень хотел попасть по чайке. Раз, два, прыжок. Опять рано. Нет. Ладно, пофиг на чаек. Да. Два раза пырнул ее. И сдохла. Отомстил ей за сегодняшнее начало видео. Я не понимаю, что там приземлилось. Это получается как летающая тарелка. Мы уплывем с этой... Улетим с этой планеты. Что, как раз светает. Попробуем посмотреть, что это за летающая тарелка. Я не знаю, к чему это все приведет. Я только знаю, что пора активировать мотор. Все активируем. Раз, два, три. Да, все активированы. Теперь мы снимаемся с якоря и поплыли. Надо как-то грамотно развернуться. Вот сюда. Стоп! Другую сторону, другую сторону. Быстро. Главное не столкнуться с городом. Неужели мы тронулись наконец-таки? А, ты приплыла. Что ты тут хочешь, а? Что ты от меня хочешь? Она всегда будет следовать за нами. А! Она отвлекла меня! А! Нет! А! В обратку! В обратку! В обратку! Фу. Так, хорошо, 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 хорошо. Хорошо, блин, как сложно все это делать. В обратку.
Обратку. Все, направление выставлено. Номер один, ты не представляешь. Ты не можешь опять посмотреть, что там. Но это просто потрясающе. Я ничего не могу ему показать. Он все пропускает, и город не увидел. А, не, стоп. Ты видишь город? Он чуть-чуть его видит, наконец-таки. Повернуть право руля. Я вижу лестницу. Это та самая лестница, которую я хотел крюком зацепить в прошлом выпуске. Мы почти тут. И бросить якорь. О, блин, ну я как-то стесняюсь заходить в гости с пустыми руками. А вот с тарелкой горячего блюда. Это прям самое то. Здравствуйте. О-о-о-о-о-о. Видимо, когда запуск произошел, все на уши просто, да, встало. Ладно, давайте прыгаем. Мы отсюда вообще выберемся? Да, тут лестница. О, боже мой. О, боже мой. Сейф, первое, что я вижу. Кому здесь? Что это? Варуна. Варуна Point and more is coming in the third chapter. Мы закончили игру. Вы что, прикалываетесь? То есть нас еще ждет третий чептер? Ну-ка, заметка. Извинения тут не нужны. Я знаю, что лучше у вас бы не вышло. Тангароа постройка чисто теоретическая. Двигатели никто толком не проверял. А в команде сплошные неподготовленные простаки. Я знал, что Тангароа долго не протянет, еще в момент отплытия. Но нам нужно было найти сушу. Люди с плотов забрались на пузырь. Я думал, они пытаются попасть внутрь. Но если бы мы их приняли, то не протянули бы и 3 дней. Эти бунтари думают, что я зря отдал приказ открыть огонь. Но они-то тяжелых решений не принимают. Вот бы у меня был выбор. Потому-то я и забрал у них питомцев. Чтобы они не пошли на безумные поступки, когда закончится еда. Пусть называют меня чудовищем, если хотят. Им сейчас нужен козел отпущения. Чудище из кабины и 2 десятка недоумков, которые раньше правили миром. Мой поступок поможет им сосредоточиться, даст им силы так или иначе покинуть это место. А когда остальные уйдут, я буду последним, кто покинет Тангароа. 5977. Зачеркнуто. То есть мы еще туда не можем попасть, там еще не подготовили для нас контента. Охренеть! Мне почему-то казалось, что эта игра, знаете, такая бесконечная. По крайней мере, она такой раньше была. То, получается, никому мое блюдо не нужно, да? Ну, сам сожру. Окей. Блин, как неожиданно все это. Я думаю, осталось только попытаться вбить эти цифры 5977 и посмотреть, что она покажет на мониторе. И чайки перестали садиться. Что за отстой? Почему вы не садитесь в мой отель? 5977. Нужен апдейт. Мы закончили. Мы закончили с игрой Raft. Как-то неожиданно это все. Как-то печально, я бы даже сказал. Я думаю, мы не можем закончить Raft, не прочитав рыбный анекдот от вас. Первый анекдот прислал Лосон95. Как рыба-меч охраняет свою территорию? Она ее помечает. Второй рыбный анекдот от мистера Дирхлак. Почему рыбы не говорят? Потому что они как воды в рот набрали. И последний анекдот от Висмита Миентери. Почему рыбы не играют в волейбол? Они боятся попасть в сетку. Я не знаю почему, но у меня какое-то грустное чувство, как будто бы мы по-настоящему прощаемся с игрой, но я знаю, что будет третий эпизод. И контента еще будет много, и мы еще поиграем с вами. Но сейчас такое ощущение, как будто бы у этого шкафа рука-крюк. Но давайте только думать о том, что ждет впереди чептер 3. А это значит, врубаем мотор, снимаемся с якоря.